И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня рассмотрим термогенератор электрической энергии. То есть одна сторона его нагревается, другая сторона охлаждается. За счет этого вырабатывается электрическая энергия. Итак, собрана нехитрая конструкция. Два радиатора, между которыми находятся две пластинки пельтье, соединенных последовательно в электрической цепи. Корпус собран из оцинкованного железа. С внутренней части корпуса также виден алюминиевый радиатор. В корпусе просверлены отверстия для создания воздушного потока при горении пламени свечи. Устанавливаем источник тепловой энергии на поддон и закрываем все корпусом. Нижний радиатор прогревается и тем самым создает разницу температур. Нагрузкой является электромотор постоянного тока. Тем самым переводим тепловую энергию в электрическую. Для хорошей передачи тепловой энергии пластина пельтье сажается с обеих сторон на термопасту. Для удержания верхней части алюминиевого радиатора приклеены 4 пластиковые пластинки. Так как пластик является плохим проводником тепловой энергии и практически не проводит тепло, поэтому вся тепловая энергия проходит через сами пластины пельтье, переводя ее в электрическую энергию. Поднимем коробку для того, чтобы показать, что запасенная тепловая энергия продолжает вырабатывать электричество до того момента, пока не остынет радиатор. Как только остынет радиатор, температура уравновесится и электромотор остановится. Скорость электромотора приличная для создания потока ветра, который мы наблюдаем отклонением листочка бумаги. Ветер продувает верхний радиатор, тем самым понижая его температуру. Чем выше разница температур тепла и холода, тем больше вырабатывается электрической энергии. Для получения тепловой энергии можно использовать абсолютно любые углеводороды. Спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал.